Всем привет! Вот в этот раз мы занимаемся весь вечер только потолком. Но перед тем, как его начнем, мы сначала его едем покупать. Да, я его купил, но об этом позже. Тот старый потолок, который я последний раз вытащил, мы его никуда не выкидываем. Он остается, на него совсем другие планы есть. Ну и потом я еще кое-что интересное купил. Насчет этого мне интересно ваше мнение, так что пишите в комментарии. Я читаю каждый комментарий. Ну и под конец мы узнаем, кто выиграл тот наборчик инструмента. Так что садитесь поудобнее. Ну все, начинаем тогда. Так, как вы видели, последний раз вытаскивал, он стоял нормально. А вот за одну ночь он весь облез. В таком плохом состоянии он все-таки. Короче, сейчас я еду недалеко от нас. Находится одна фирма. Делают такие крыши из ГФК. Это как бы такая стекловата какая-то. Они эти формочки делают и новые обтягивают, что она больше никогда не лопаться не будет. Конечно, можно ее отремонтировать. Как я говорил, охота сюда все сделать, чтобы все круто было. Поэтому я вот этот не выкидываю. Этот я делаю для серого гольфа. А для моего вот сегодня поеду смотреть. Посмотрим. Может возьму, может не возьму. Зависит, как качественно они сделаны. Ну все, поехали. Вот, купил я. Даже влез сюда. Выглядит офигеть. Еще дал мне он такие заклепки черные. И еще такой материал дал, чтобы можно было еще, может, пару вещей обтянуть этим. Так что круто, я радуюсь. И тогда начнем его ставить. Ну, теперь едем домой. Ну вот и наш потолок здесь стоит, уже ждет, когда мы его поставим. Насчет квалитета, качество, я скажу, очень хорошее. Здесь я ничего не вижу, все очень сделано аккуратно. Все дырки, все уже есть. Вот вы видите, везде все впереди, боковые, ручки где держаться. В середине тоже уже все есть. И по толщине сам он тоже не толще, чем оригинальный, так что должно все хорошо подойти. Материал здесь специально немножко подлиннее он сделал, что не обрезал. Сказал обрезать только тогда, когда уже потолок мы поставим. И тогда сначала здесь надрежем слегка. И потом вот этот кедр, который там вставляется, мы зажмем этот материал, а лишнее потом обрежем. Не такой уж и не тяжелый. Сказал немножко осторожно его ставить. Сильно пальцами не давить, чтобы не продавили ничего. Там же как здесь как материал черный и как бы шаум, что как такая, как это сказать, вот как поролончик там тоненький такой. Ну вот. И это вот это то, что я купил. О чем я и говорил. Это тот GTI шпойлер оригинальный со стеклом. Проблема, вот вы видите, в чем, оно зеленое, а у меня вот белое. Поставить его не поставишь, а то, ну как будет смотреться, здесь белые стекла, оно зеленое. А отдельно этот спойлер не поставишь, как вы видите, он через стекло проходит. В этом стекле три дырки, это специальное под этот спойлер. Так что отдельно этот спойлер не поставишь. Идея у меня была вот такая, что... это поставить стекло и затонировать потом. Но я вот не знаю, это будет выглядеть или нет. Что вы насчет этого скажете? Ну все, тогда ладно. Пусть пока стоит. Я жду ваши комментарии, что вы насчет этого напишите.
Ну ладно, все, начинаем тогда. Можно было еще больше, но я боюсь, что если здесь я слишком толсто сделаю, что может у меня потолок упрется. Ну теперь одену перчатки, чтобы не замарать этот черный материал на всякий случай. Ну так, все доделал уже. Единственное, вот осталось мне вот здесь доделать. Потом осталось вот такие поставить. Но перед тем, как их буду ставить, надо их как-то покрасить. То, что так это некрасиво. Ну вот эту тоже надо покрасить. Не знаю еще как. Подумать надо, какую краску взять. И вот это немножко мне тоже не нравится. Как-то было бы лучше, если она черная, но я не знаю. Может, есть какая-нибудь такая специальная краска для материала, которую можно так покрасить. Об этом еще надо подумать. Но остальное все так хорошо получилось. Там вот пару мятин все-таки осталось. Пальцами здесь я когда ставил, все-таки немножко осталось. Но надеюсь, что они отойдут со временем. Ну вот так потихоньку и машина собирается. Скоро начинаем тогда с музыкой заниматься. Ну на сегодня хватит уже. Сейчас делаем розыгрыш. Ну так, открыли мы видео наше. Так, копируем этот линк. Так, задаем его вот сюда. Нажимаем. И так. Так, кто здесь стоит? Денис Брусникин. У меня как раз трещотка с моего набора навернулась. Привет. Круто. Вот как раз у тебя теперь есть новое. Ну, Денис Брусникин, поздравляю тебя, ты победил. Так что пиши мне в Instagram на личку, присылай твой адрес, чтобы я мог тебе отослать тот наборчик. Ну, а всем остальным хочу вам сказать большое-большое спасибо. Вы молодцы. Вы писали хорошо комментарии, вы лайковали, вы смотрели. Это меня очень радует и мотивирует это дальше делать. Ну, и я решил в будущем делать еще такие розыгрыши. Мне это понравилось. И я надеюсь, понравилось и вам. Ну, все. Тогда всем хорошего вечера и до следующего раза. Пока.